На железнодорожных станциях Перхушково и Жаворонки нарушителей станет меньше. Здесь установили камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через пути. А в Жаворонках волонтеры совместно с сотрудниками полиции и административно-пассажирской инспекции провели рейд по предупреждению нарушений. Сегодня был проведен рейд, в ходе которого было выявлено более 20 нарушителей, переходящих железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. С большинством из них были проведены беседы. Двое граждан были привлечены к административной ответственности сотрудниками полиции. А некоторые нарушители, подвергая свою жизнь опасности, обходят турникет по железнодорожным путям. Вы должны пользоваться турникетами, проходя на железнодорожную станцию. При этом должны приобрести билет. Иначе вы рискуете своей жизнью. С помощью системы видеонаблюдения сотрудники транспортной полиции определяют личность нарушителей и привлекают их к административной ответственности. Такие же умные камеры установлены еще на 4 подмосковных станциях. После их появления на этих участках число нарушений сократилось до 50%. По статистике, с начала года на железной дороге в Подмосковье погибли более 200 человек, и большинство из них из-за несоблюдения правил перехода. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».